Всем привет! Сегодня поделюсь с вами опытом, как снять задний бампер. Также у меня здесь лежат усиления, задние подкрылки, направляющие по контуру бампера и болты. Итак, с самого начала. Чтобы снять бампер, вам необходимо вот эти вот крепления со стороны фонарей все выкрутить. То есть с правой стороны тоже. Под задними локерами тоже есть крепления. Вам необходимо их выкрутить. Не снимая направляющие. Далее вот эти вот элементы. Это я уже снял дополнительно. Вот этот бампер выходит. Также совсем забыл. Снизу бампера. Покажу. Вот с этой стороны тоже есть крепления. Сами крепления под локером. С этой стороны тоже. И таким образом выходит бампер. Здесь со стороны усилителя. Сначала снимите усилитель. Потом вот это вот крепление для бампера. Это нижнее крепление для бампера. И потом вот эту вот верхнюю направляющую заглушку. Ну, если полностью разбираете и снимаете бампер, также можно сразу скинуть локера и вот эти вот направляющие. Здесь в коробке все болты. Также здесь заглушка для бампера. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!